Спасибо. Ваш автограф уже тут. Я очень рад, что я сюда приехал. Вот, то, что меня здесь и помнят, и я помню очень хорошо людей этой замечательной республики. Вот. И мы сегодня проводили беседу с главой республики, присутствие других деятелей администрации. Я ездил сегодня, поклонился могиле моего товарища Валерия Черных, который участвовал в нескольких экспедициях нашей. Был чудесный человек, геолог. Я очень рад. Сейчас я буду выступать. Только что я говорил с молодыми писателями, у них тоже такие разные вопросы, столько вопросов у них. Не на все я могу. Они думают, что я могу ответить не все, на все эти вопросы. На самом деле я тоже иногда не могу ответить сейчас ответа. Попробую ответить каким-то образом стихами, если не сегодняшним, то в будущем. Поэт, писатель, лауреат Государственной премии Российской Федерации Евгений Евтушенко. Инородцы, но разве рожали по-иному якутов на свет? По-иному якуты рыдали, слезы их инородный предмет. Жили, правда, безводушно, тихо, без стреляющей палки Христа, но все-таки добро и тихо, а культура и есть доброта. Люди, вот что алмазная россыпь, и народец лишь тот человек, кто посмел процедить и народец, или бросил глумливо чучмек, и без всяческих клятв громогласных говорю я нелюбящий слов. Пусть здесь даже не будет алмазов, но лишь только бы не было слез.